И к новостям производства. В карьере «Заря» Ихальского комбината возобновлены горные работы. «Алроса» получила разрешение Ростехнадзора на проведение опытно-промышленной разработки на месторождении. Напомним, на «Заре» работы остановили 15 мая прошлого года. Причина – экономический кризис, вызванный пандемией и падение спроса на алмазы. Горные работы на месторождении начали 20 мая. До 10 июня из карьера планируют откачать 83 тысячи кубометров накопленной воды, после приступить к добыче руды. В этом году на месторождении добудут более миллиона тонн руды. Отработают карьер до глубины 172 метра. На «Заре» комбинат задействовал 35 работников, трудоустроенных на временной основе. В данное время построен и запущен в работу карьерный водоотлив, производится откачка воды, производятся подготовительные горные работы по зачистке полигона и капитальных съездов от осыпей.